Добрый вечер. В эфире «Вести Магнитогорск». В студии Иван Погорелов. Коротко о главных новостях на сегодня. Роспотребнадзор не рекомендует, администрация запрещает. На центральном пляже выявили превышение норм содержания железа и бактерий. Купаться или нет, теперь каждый магнитогорец решает самостоятельно. Чудесное возвращение. 74 года родные и близкие ничего не знали о судьбе ушедшего в первый день войны на фронт солдата. День в день, спустя ровно 74 года, солдат все-таки вернулся на свою родину. Два металлурга встретились на футбольном поле. Кто оказался сильнее, узнаете из нашего сюжета. Только Магнитка, только победа! Превышена допустимая концентрация железа и бактерий. Такой вердикт вынесли специалисты Роспотребнадзора. Согласно исследованиям, которые провели специалисты, в Урале купаться нежелательно. Всех ли пляжей это касается, узнала сегодня Анастасия Ишменева. Вот такую табличку сегодня мы обнаружили в районе центрального пляжа около монумента «Тыл фронту». Как нам пояснили в Роспотребнадзоре, согласно проведенным исследованиям, они всего лишь не рекомендовали водные процедуры в акватории реки Урал именно в этом месте. Закрывать пляж или нет – это уже прерогатива администрации города Магнитогорска. Стоит особо отметить, что анализ воды и почвы специалисты Роспотребнадзора в преддверии и во время купального сезона берут регулярно. Последние исследования были проведены 22 мая, их результаты стали известны только сейчас. По получению результатов мы передали информацию, что имеются отклонения по содержанию железа и бактериям группы ТКБ. По ТКБ имелись отклонения только в акватории пляжа «Тыл фронта». Тем не менее, в районе Тылфронта сегодня по-прежнему многолюдно, оно и понятно, ведь несколько дней столбик термометра в Магнитогорске не опускается ниже 30 градусов. Основную жару синоптики прогнозируют на среду, осадки планируются только в четверг. Поэтому магнитогорцы охлаждаются как могут, в том числе и при помощи водных процедур. Одного из отдыхающего мы решили спросить, знает ли он о том, что купаться здесь не рекомендовано и даже может быть опасно для жизни. Вообще не знал. Ну, догадывался, допустим. Ну, а куда деваться? Надо маленько водные процедуры принимать. Ребятишки требуют этого. Новые исследования были проведены в Магнитогорске уже в июне. Их результаты специалисты Роспотребнадзора ждут со дня на день. И, возможно, до конца месяца эта табличка уже будет снята. Анастасия Ишменева, Дмитрий Титов, «Вести», Магнитогорск. В Магнитогорск приехали художники из Австрии. Сегодня они встретились с Виталием Бахметьевым и рассказали, что наш город для них предоставляет художественную ценность. Осенью в Москве пройдет биеннале. Один из ее проектов будет посвящен индустриальным городам. Мы путешествуем сейчас с художниками сюда, чтобы они видели, что у них есть впечатление города. И потом эти художники, они предлагают там художественный проект, но которое мы будем показывать в рамках Московского биеннале. Меня больше интересует, где это какая большой гор, Магнитская гор. В Магнитогорске австрийцы проведут 3 дня. Запланирована экскурсия по городу и на ММК. Давайте вы увидите, в каких тяжелейших условиях работает металлургия. Вот тогда еще с большим уважением проникнетесь. Жителям города Магнитогорска, потому что металлургия, такое предприятие, на улице там плюс 30, а там возле плавильных агрегатов, наверное, все плюс 60, а то и больше. После Московской биеннале свои произведения художники обещали привезти в Магнитогорск. Спасибо. Россияне сегодня вспоминают о трагической дате. 22 июня – День памяти и скорби. Великая Отечественная война унесла 27 миллионов жизней. В Магнитогорске у монумента «Тыл фронту» сегодня состоялся траурный митинг. Сейчас в нашем городе проживает около 300 фронтовиков. У памятных плит собрались горожане, большинство из которых – молодежь. Галина Кочерова пообщалась с детьми и с теми, кто ребенком был в далеком 41-м. В России День памяти и скорби отмечается с 1996 года. 8 июня 19 лет назад вышел указ первого президента Российской Федерации Бориса Ельцина, который устанавливал 22 июня как День памяти и скорби. Этот день не просто дата в календаре, по всей стране приспускаются государственные флаги, а телевидению и радио рекомендовано не проводить никаких развлекательных программ и мероприятий. Почтить память погибших в Великой Отечественной войне собрались сегодня фронтовики и труженики тыла, воспитанники военно-патриотических клубов, а также первые лица города. Давайте сегодня еще раз вспомним тех молодых ребят, тех молодых девчонок, кто в первые годы войны отдал свою жизнь за светлую победу.
Вечная память героям. Они погибали молодыми, но сегодня растут их правнуки. Леонид Романович Ковба, чье имя высечено на памятной плите, ушел на фронт в первый день мобилизации. Военный летчик погиб в небе в ноябре 41-го. Дочь Ася благодарит отца, чтит память настоящего героя, вспоминает, как объявили о войне. И было страшно. Посадили в поезд, отъехали немного от Москвы, нас разбомбили фашисты. Мне было 4 года, 3 месяца, но я помню, как дети кричали. Позже мне мама сказала, что это дети терялись от родителей. Война – это зло, потому что люди погибают. Я не хочу, чтобы она еще раз была. Здесь питала земля, запах тлена и пролитой крови. Я думаю, что мы должны всегда помнить о наших магнитогорцев, которые ковали победу на наших мартенах, домных на прокатных станах. И порядка 32 тысяч наших магнитогорцев пошли воевать в Великой Отечественной войны. У нас 55 героев Советского Союза. Нам есть чем гордиться, напомнили участники траурного митинга. Магнитка внесла значительный вклад в победу над фашистской Германией. Вот только тех, кто вернулся с войны, с каждым годом все же становится меньше. Галина Кочерова, Дмитрий Титов, Вести, Магнитогорск. В областном центре сегодня день начался с построения бессмертного полка. Челябинцы пришли к вечному огню, чтобы почтить память погибших на фронте и в тылу. Не остановило даже то, что это утро рабочего дня. Светлана Мишукова отпросилась из офиса на час. По ее словам, начальник отнесся с пониманием. Сюда она пришла с портретом своего деда. До Берлина дошел. Работаешь. Всю войну капитаном был. Титанские войска. Я очень жду память, конечно. Но мне очень тяжело. Также сегодня в областном центре прошли десятки мероприятий, среди которых концертная программа «Песни войны и победы», спектакль песочной анимации «Василий Теркин» и премьера фильма «Солдаты без оружия». А через несколько минут на Кировском мосту начнется акция «Свеча памяти». Жители города зажгут поминальные огни по погибшим во время войны. Всероссийская акция пройдет и в Магнитогорске. Она стартует через час. Ее участники спустятся с зажженными свечами от администрации к монументу тылфронту. После минуты молчания состоится возложение цветов к мемориалу погибших в годы Великой Отечественной войны. День в день, спустя ровно 74 года, солдат вернулся домой. Ушел на фронт 22 июня, погиб в первые месяцы войны, и только накануне о его судьбе узнали родные и близкие. Символично, что именно в день памяти и скорби останки красноармейца Григория Салищева перезахоронили в родном селе Котенино Варнинского района. Сделать это удалось благодаря челябинским поисковикам, которые очередную вахту памяти провели в Смоленской области. Игорь Болонин подробнее. По старой традиции и отдавая дань памяти, останки погибшего бойца на ночь оставили дома. Проводить его в последний путь пришли родные, близкие и соседи. Кто-то помнит Григория еще живым. Он высокий ростом. Я 8 лет была, мне казалось, все большие. Красивый, шустрый. Что сказать? Ну как уже, за ним уже невест много было. Родные уже отчаялись ждать, когда спустя 74 года после похоронки пришло известие, что Григория нашли. И радость, и горечь все вместе, как гром среди ясного неба. Жалко, 20 лет прошло. В то, что это правда, не сразу и верилось, но когда накануне получили документы, все сомнения отпали. Очередная вахта памяти челябинских поисковиков проходила на Смоленщине. Домой они вернулись не с пустыми руками. Непосредственно наш боец был обнаружен поисковым отрядом «Благовест» Панков Сергей Владимирович и поисковый отряд «Застава». Тут же, благодаря интернету, ребята практически с поля смогли связаться с Котенинским поселением, где буквально в течение нескольких дней были найдены родственники бойца. Вернуть память семьям, да, там, дать надежду другим семьям, кто еще отчаялся, да, на протяжении 70 лет с Великой Отечественной войны, узнать, где погибли их родственники, как погибли, погибли ли или что-то еще случилось. Это очень важно. И поэтому мы, как госканал, я считаю, обязаны эти программы в первую очередь делать. Это та самая вот тема патриотического воспитания.
Вот уже четверть века челябинские поисковики и гостелерадиокомпания работают бок о бок. От Заполярья до Кавказа, от Сталинграда до Москвы. Каждую весну они заступают на очередную, трудную, но почетную вахту памяти. Отголоски этого слышны в больших городах и таких селах, как Катенино. В честь этого события, а также в связи с Днем памяти и скорби, там провели траурный митинг. По пути в храм, где отпевали солдата, процессия остановилась у дома любимой женщины Григория Салищева. Дарья Ивановна признается, смогла дожить до 94-х только ради этого момента. Он попал на фронт, едва окончив школу артиллеристов в Самарканде, и погиб под Ельней во время первого успешного с начала Великой Отечественной войны контрнаступления Красной Армии. Вместе с Григорием Салищевым земле предали останки его неизвестного однополчанина. Григория похоронили по соседству с сестрой, братом, отцом и матерью. За 25 лет поисковые отряды Челябинской области смогли доставить на родину останки сотен красноармейцев и на достигнутом останавливаться не собираются. В истории и книгах памяти есть еще немало белых пятен. Из 8 миллионов не вернувшихся с фронта советских воинов, каждый третий считается пропавшим без вести. Великая Отечественная война затронула практически каждую местную семью. Из более чем 200 уроженцев села, ушедших на фронт, половина так и не вернулась. При этом 40 человек до сих пор числятся пропавшими без вести. А это значит, что у их родных еще до сих пор теплится надежда узнать хоть что-то о своих близких. И, быть может, те пропавшие, но не забытые герои обретут когда-нибудь последнее пристанище на своей малой родине. Игорь Балонин, Антон Грабарев. Вести Магнитогорск из Варнинского района. В эфире Вести Магнитогорск. Мы продолжаем. В России вступили в силу новые правила эвакуации машин. Теперь штраф за незаконную эвакуацию может заплатить сам сотрудник ГИБДД. Зато однозначно раскошелиться придется тем, кто не желает замечать парковочных мест для инвалидов. Кроме того, такие водители могут не обнаружить свои автомобили там, где его оставили. Все подробности у нашего корреспондента. Новые правила обязывают вернуть автомобиль водителю, если тот появился до начала движения эвакуатора. Если это правило будет нарушено, то сотрудник службы эвакуации или инспектор ГИБДД должен сам будет заплатить штраф в размере 20 тысяч рублей. У начальника отдела пропаганды ГИБДД города Магнитогорска Федора Сумароковского мы поинтересовались, что же считать началом движения эвакуатора. Тот момент, когда автомобиль взмыл воздух при помощи манипулятора, или все же, когда машина была погружена уже на эвакуатор и направилась в сторону штрафа. В стоянке. Безвозвратным, скажем так, на месте происшествия является событие, когда эвакуатор начинает движение и уже выдвигается в сторону стоянки, на которой будет охраняться автомобиль. В нашем городе конфликтных ситуаций было немного, то есть и если водитель транспортного средства своевременно, скажем так, обнаруживает то, что автомобиль начинает сотрудника эвакуировать, то есть там составляется протокол на месте, и автомобиль не эвакуируется. Помимо этого отменяется эвакуация автомобиля и для тех, кто забыл водительские удостоверения дома. В этом случае владельцу будет грозить только предупреждение или штраф 500 рублей. А вот если машина незаконно занимает на стоянке место для инвалидов, ее наоборот могут эвакуировать. Причем водителя дополнительно оштрафуют на 5000 рублей. А не на 3, как было ранее. Также, согласно новому закону, эвакуировать автомобиль из-под знака, запрещающего стоянку, можно будет только при наличии специальной информационной таблички «Работает эвакуатор». Однако данная норма вступает в силу только с 8 августа 2015 года. Анастасия Ишменева, Дмитрий Титов, Вести, Магнитогорск. 2700 страховых свидетельств ждут своих хозяев. В Магнитогорском управлении пенсионного фонда просят откликнуться родителей детей, чей возраст от месяца до полутора лет. Нужно родителям, у которых дети родились с октября 2013 года по сегодняшний день, просто прийти и забрать это с НИЛС. А родителям, которые только зарегистрировали детей, через 14 дней после регистрации ребенка нужно тоже прийти в пенсионный фонд. Напомним, согласно федеральному закону, страховое свидетельство автоматически оформляют на каждого новорожденного ребенка. Для того, чтобы его забрать, необходимо обратиться в центральный офис по адресу Помеловского, 7А. Сделать это можно с понедельника по пятницу с 8 утра до 17:00.
Магнитогорский футбольный клуб встретился с «Металлургом» из Аши. Домашний матч игроки провели не на центральном стадионе, а на поле спортивной школы номер 4. Смена площадки связана с реконструкцией покрытия. Какой «Металлург» оказался сильнее, знает наш корреспондент. К этому матчу магнитогорская команда подошла с 3 победами и 4-м местом в дивизионе. А у их соперников багаж оказался куда солиднее. Ни одного поражения в сезоне и первая строка в турнирной таблице. Поддержать своих пришел и президент футбольного клуба «Магнитогорск» Александр Морозов. В этом году команда радует, хорошая игра. Могли бы забивать больше и выигрывать чаще. Но есть такое понятие «фортуна». Если в нашей команде хотя бы 10-ю долю того, что получает Фабио Капелло, мы бы давно играли в первой лиге и заглядывали на высшую лигу. На правах лидера турнира «Металлурги» из Аши провели опасную атаку на ворота магнитогорцев уже в начале встречи. И в первом тайме там побывало 2 мяча. Команда, конечно, хорошая, боевитая. Сложно играть с такими командами, конечно, которые прессингуют, атакуют постоянно. Приходится обороняться. Только «Магнитка», только победа! Острые моменты у ворот ашинского «Металлурга» создавали и магнитогорцы, но их оказалось недостаточно, так же, как и опыта некоторых игроков. Концентрации моих крайних защитников, оба молодые, и не всегда они выходят в основе, просто есть травма у меня, поэтому пришлось поставить их. Первые сказали ему в край не пускать, он наоборот его в край пустил. Потом второму бежать просто надо было, он решил его столкнуть, получилось наоборот. Во втором тайме надо добавить движение, побольше бить по воротам. Я думаю, мы должны забить гол. Забили, но только с пенальти. А прежде, во втором тайме, магнитогорцы пропустили еще 2 мяча. Счет встречи 4-1. Теперь наша команда опустилась на 5-ю строчку турнирной таблицы, пропустив вперед футбольный клуб «Иртыш-М» из Омска. С ним и пройдет следующий матч. Ксения Перчаткина, Дмитрий Титов, «Вести», Магнитогорск. Синоптики предупреждают, завтра в большинстве районов Челябинской области ожидается аномально жаркая погода. Из-за того, что дорожное покрытие деформируется, с самого утра будет закрыто движение большегрузных машин на ряде участков федеральной трассы М5, а также на подъездах к Екатеринбургу. Кроме того, высока вероятность пожаров. Особый противопожарный режим продолжает действовать в Сосновском, Агаповском, Нагайбакском, Еткульском районах и в Магнитогорске. Горожанам медик рекомендует по возможности как можно меньше находиться на солнце, не употреблять алкогольные напитки, но пить больше воды. Это были все новости на сегодня. Впереди вас ждет прогноз погоды, а я с вами прощаюсь. До новых встреч. «23 июня синоптики обещают. В Першампиноазе ночью 17, днем 31 градус тепла. В Кизильском воздух прогреется ночью до плюс 17, днем до плюс 32. В Верхнеуральске ночью 17, днем 28-30 градусов выше нуля. В Новоабзаково ожидается ночью до плюс 17, днем до плюс 29. В Магнитогорске возможен небольшой дождь. Ночью 17, днем от 29 до 31 градуса со знаком «плюс».